Студентская науково-доследшая лаборатория «Флора и рослинность» ГДУ имени Франциска Скорины стала уладальником гранту специального фонда президента Республики Беларусь. Над чем работают студенты и как будут реализованы отриманные сродки, доведались наши корреспонденты. Студентская науково-доследшая лаборатория объединяет опытных доследчиков и молодое поколение будущих биологов. Главная мета – притягнуть молодь до доследований у галине рационального выкористания флоры и рослинности белорусского полесья. Сюда приходят те, кто захоплены наукой и хочет заниматься доследованиями. Занимался изучением лишайников, их видовым разнообразием, собирали образцы, определяли их в лаборатории, как бы составляли списки, находили очень редкие виды для нашей страны. Это всегда интересно, когда находишь что-то, что для тебя как на душевном уровне равноценно найти, не знаю, кусочек золота среди камней, например. Любой студент может смело идти сюда, и у него будет с чего начать, и будут преподаватели, которые его наставят на верный путь, которые, если что-то где-то подскажут и так далее. Здесь, как ученый, можно развиться в дальнейшем, ну, с большими перспективами. Удельники лаборатории не одной перемогали у международных конкурсах науковых работ и республиканском конкурсе профессийного майстерства WorldSkills Беларусь. Доследования находили применение у научальном процессе не только университета, але и школ Гомеля и Житковичев. Однако выкористовывать отриманные выники махчима больше широко. Алена Новикова и Алина Горбатенко працуют над доследованием водоростей, которые могли бы стать органичным удобрением для выращивания огороднины. Уже исходя из нынешних исследований, можно сказать, что действительно водоросли хорошо влияют на прорастание различных овощных культур, что, ну, является действительно актуальным на будущее, что можно их использовать как удобрение. Если это наши работы, в принципе, найдут себя в будущем как в применении в хозяйстве, то вполне себе почему не вырастить, например, что-нибудь самому при помощи наших удобрений. Да. И заниматься, выращивать огурцы с помидорами и другими овощами. Керуя студентской науково-доследшей лаборатории и кандидат биологичных наук, доцент кафедры ботаники и физиологии рослин Андрей Цуриков. Осенью он побывал на стажировке у одной из наистарейших научальных установ Скандинавии – Лундском университете. Молодые ученые уверены, что немогчимо переоценить значение материально-техничной базы. Минавито на ее поляпшение и будут выдаткованы сродки гранта специального фонда президента – больше, как 70 тысяч рублей. Мы активно изучаем флору белорусского полесья, работаем с растительной клеткой, изучаем биологическое разнообразие и пути его сохранения. Хотелось бы выразить благодарность президентскому фонду за поддержку, благодаря которой мы оснастим нашу лабораторию оборудованием для генетического анализа. Это позволит вывести исследования ребят на совершенно новый качественный уровень. Они очень целеустремленные, и данное оборудование поможет наиболее полно раскрыться их потенциалу. Дякуючи модернизации, молодые науковцы смогут працовать с сусветными базами данных генетической информации и отрымливать уластные известки. Вероника Гамзюкова, Сергей Нигеревич, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель».